технического прогресса мы привыкли к тому, что в различных отраслях народного хозяйства появляются новые станки, механизмы, машины и оборудование, облегчающие труд людей, механизирующие различные по характеру технологические процессы. Достоинства этих машин подтверждены на практике. Они нашли широкое применение в нашем народном хозяйстве. Другие готовятся к внедрению в производство. В нашем фильме мы расскажем об оборудовании, станках и машинах, оснащенных гидравлическим приводом. Едва ли не самое большое распространение гидропривод получил в современном машиностроении, на станках, автоматических линиях и в транспортных устройствах. Использование гидропривода значительно увеличивает мощность машин. Широкое применение гидропривода в современных машинах, станках и оборудовании обусловлено возможностью осуществления практически любого вида подачи, закона движения и обработки изделий. Станки и механизмы, оснащенные гидроприводом, могут быть легко приспособлены для работы в автоматическом режиме по заданной программе. Они просты и удобны в управлении. Гидропривод представляет собой систему устройств для передачи механической энергии с помощью жидкости. Он включает в себя насосы, гидромоторы или гидроцилиндры и управляющие устройства. Передача энергии происходит следующим образом. Механическая энергия, поступающая с приводного двигателя на насос, преобразуется в энергию жидкости. Энергия жидкости передается от насоса к гидродвигателю и вновь переходит в механическую энергию. Теперь рассмотрим нашу схему более детально. Насос используется для преобразования механической энергии приводного двигателя в энергию потока рабочей жидкости. Общим принципом действия любой гидромашины объемного действия является циклическое изменение объемов рабочих камер. При повороте ротора насоса объем каждой рабочей камеры увеличивается, и она заполняется рабочей жидкостью из всасывающей гидролинии. Затем камера отсоединяется от всасывающей гидролинии, и жидкость выталкивается в напорную. В гидродвигателях жидкость воздействует на их рабочие органы, приводя в движение выходное звено. Для вращения выходного звена используются гидромоторы различных типов: пластинчатые, радиально-поршневые и аксиально-поршневые. Скорость вращения гидромотора регулируется с помощью устройств, изменяющих рабочий объем двигателя или насоса. Такое управление называется объем. Одним из основных элементов, обеспечивающих работу гидропривода, является гидроцилиндр, используемый для преобразования энергии жидкости в возвратно-поступательное движение штока. Для воздействия на потоки жидкости в гидролинии встраивается управляющая гидроаппаратура, распределители, различные клапаны, гидродроссели. Предохранительные клапаны используются для ограничения давления. Реверсирование, включение и выключение гидродвигателей осуществляются с помощью распределителей. Главный рабочий орган гидрораспределителя – золотник с выточками, помещенные в цилиндрическое отверстие корпуса с кольцевыми канавками. Канавки через отверстие сообщаются с линиями гидросистемы. Своеобразным гидравлическим сопротивлением служат гидродроссели. Принцип действия гидродросселей основан на изменении величины их сопротивления за счет увеличения или уменьшения площади дросселирующего отверстия. Одно из преимуществ использования гидропривода
Это возможность плавного, бесступенчатого изменения скорости выходного звена, которое достигается с помощью дроссельного управления. При дроссельном управлении используются насосы и гидродвигатели с постоянным рабочим объемом. Для управления скоростью гидродвигателя используются гидродроссели, которые могут быть установлены в сливной или напорной гидролиниях, либо параллельно насосу. Достоинствами дроссельного управления являются широкий диапазон изменения скоростей, простота и быстродействие. Затраты энергии у гидропривода с объемным управлением меньше, но при этом регулируемые насосы дороже и более сложны в эксплуатации. За счет срабатывания распределителей в гидросистеме происходит разгон, торможение и реверс гидромотора. При этом могут возникать удары, отскоки и колебания выходных звеньев, нарушающие работу машин. Возрастание давления – следствие инерции движущихся частей машины, когда выход жидкости затруднен из-за резкого уменьшения окна в сливной гидролинии. Возникающее из-за увеличения ускорения выше предельного так называемое явление удара и отскока иллюстрирует эти кадры. Продолжая движение по инерции, поршень освобождает больший объем, чем занимает поступающая из напорной гидролинии жидкость. Давление падает, в результате чего может возникнуть вакуум. При этом возможны самопроизвольная остановка гидродвигателя и явление, именуемое прыжок. Для предотвращения подобных недостатков используются специальные гидроустройства: гидродемпферы, гидрозамедлители, гидрораспределители. Подвижные элементы этих устройств имеют специально спроектированные профильные участки. В распределителях с гидроуправлением в процессе настройки можно увеличить время реверса, что позволяет проводить его с большей плавностью. Соблюдение оптимальных режимов разгона, торможения и реверса повышает производительность, надежность и долговечность технологического оборудования. Возможности гидрофицированного оборудования не всегда используются в полной мере. Это происходит в частности из-за небрежности обслуживающего персонала, допускающего использование нефильтрованных масел и попадания в гидросистему посторонних примесей. Отказы и сбои в работе гидрофицированного оборудования, возникающие также при нарушении правил эксплуатации гидравлических систем, вызывают порой недоверие к гидравлике и надежности самого гидропривода. В данном случае отказ объясняется тем, что в результате неправильного ухода за оборудованием и недостаточной профилактики произошла общая загрязненность гидросистемы. Современные гидроприводы, имеющие весьма гибкую и сложную схему, при тщательном соблюдении основных правил расчета и рекомендаций по их эксплуатации, способны обеспечить длительную и безотказную работу самого совершенного оборудования.